Добрый день, с вами компания OMZAP. Меня зовут Константин. В Новый год со старыми проблемами. G4NA, 2 литра. Застучал. Пробег 100 тысяч, меньше 100 тысяч километров. Послушайте звук, сейчас заведем. Клиент машину пригнал на эвакуаторе. Самого клиента я не видел. Мы не видели и не знаем. Клиент просил сделать эндоскопию, после отправить ему видео эндоскопии, и он примет решение, что мы будем делать. Скорее всего, будет капитальный ремонт двигателя. Сразу заодно посмотрим катализатор. Тоже эндоскопию отправим клиенту сразу, дабы избежать каких-либо дополнительных вопросов. Вот оно. Это ржавчина. И, по-моему, это ржавчина. По четвертому цилиндру видим сильные задиры. Отправляем видео клиенту. Свет не заставил себя долго ждать. Клиент сразу сдал добро на капитальный ремонт, на съем, разбор и дефектовку двигателя. Снимаем, раздефектуем, смотрим с вами результат. Мотор отдефектовали. Коленвал у нас в номинале отличный. Задирчиков не имеет. Вкладыши подтертые. Вот он, второй злосчастный. И четвертый чуть-чуть. Но основной причиной стука у нас был именно второй цилиндр. С кольцами что? Кольца под замену. Мало, блок будет гильзоваться. Поршни новые. Кольца новые. Второй. Вот они, задиры. Покажем вам остальные тоже. Первый. Полоска. Второй. Печаль. Третий. Полоска. Второй. Вот он. Да, четвертый. Четвертый тоже имеет задиры. Блок гильзуем в номинал, поршню. Номинал оригинал. Комплект вкладышей. Комплект гидрокомпенсаторов. Так как были выявлены большая часть неисправных. И все. Блок загильзован, плоскость отфрезерована. Подготовили шатуны. Также у нас есть новые поршня уже, соответственно, после гильзовки. Собираем сейчас поршня, кольца, вставляем в блок и показываем вам все остальные запчасти, которые мы согласовали. Собрали поршневую группу, достали запчасти, дабы показать вам. Вкладыши коренные, вкладыши шатунные, 16 гидрокомпенсаторов, 4 свечи, 2 полукольца, болты ГБЦ, пламегаситель, масляный фильтр, масло, которое будем заливать. Также еще будет комплект прокладок. Автомобилю обязательно нужно прокачать масло до тех пор, пока лампочка давления масла не потухнет. Крутя мотор при помощи стартера,
Чтобы стартеру и аккумулятору было легче, свечи либо выкручиваем заново, которые прикрутили, либо, как в нашем случае, не прикручиваем заранее, думаю, зная, что мы будем прокачивать масло. Свечи вкручиваем только, когда уже прокачалось масло. Лампочка давления масла потухла, вкручиваем свечи и первый запуск. Двигатель работает, исправно работает. Сейчас прокачается до конца гидрокомпенсаторы. Он станет работать намного тише, потому что мы меняли все 16 гидрокомпенсаторов. Собственно, работа заняла 2 дня. Один день на разборку, дефектовку и отправление блока в наш токарный цех. Блок вернулся на следующее утро. Пришли, собрали, запустили. Все. Завтра машину отдаем клиенту. Уже вечер, уже поздно. Клиент завтра придет, заберет машину. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.